Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Prey. Пойдемте, мы на пути к Дендрариуму. Это был сложный путь, но я так подозреваю, что то, что нас здесь ожидает. Морган, вы в порядке? Этот тифон не упомянут в научных отчетах. Не подходите к нему. Какой тифон? Что здесь не упомянуто в научных отчетах? А? Иди сюда. Вот так. Ты хорош человек, но ты мне мешаешь, пойми. Давайте посмотрим задание наше. Мне надо вспомнить, что конкретно здесь. Хранилище данных. Так. Джоша Далтона мы найдем в Сагите. Он нам объединяет... обходной путь. Дендрарий, идите в хранилище данных. Хорошо, недовольный сотрудник. И сюжет объединяется. Ладно. Ёлки-палки. Пока вы там. Выясните, почему застрял лифт. Ездить на нем гораздо быстрее и безопаснее, чем летать через Сагитту. Конечно, я... Что хочу сказать? Я хочу вам сказать, что нам нужно с вами обязательно сделать лифт, чтобы передвигаться быстрее. И это первейший путь, первейший, который нам нужен. Первейшая, вернее, задача, которую нам нужно решить. Потому что без лифта осмотреть лифт Дендрари. Сейчас осмотрим. Ага. Садимся. Experimental plan ground is in process. Что тут за люком есть? Давайте не будем самонадеянными и самоуверенными. Испытания формулы утверждены. Запись 165. Удалось снизить время роста примерно до 10 минут на плод. Очень интересно наблюдать, как из ничего пробивается росток и прямо на глазах растет и зреет плод. Доктор Келструп дал добро на расширение испытаний формулы роста. Осталось только изготовить вещество и добавить его в систему полива. Я держу схему изготовления при себе, поскольку не сомневаюсь, что многие захотят приписать это изобретение себе. Джулиан Говард, доктор. Да? Ну, пока ничего использовать не будем, ибо непонятно совершенно. Так, ну что ж. А через верх я сюда не могу попасть, а? Ну, вот игра такая прям, вот план один, а потом нас тут же игра начинает втягивать в какие-то авантюры. Так, это мы провалились в тот люк, из которого вышли. Так, да. Ну, в общем... Что хочу сказать? Хочу сказать, что январь нас предостерег от того, чтобы мы с вами держались в стороне от какого-то тифона, которого нету в научных отчетах. Понимаете? Это очень странно. А через Сагитту мы летать с вами не будем. Что это такое? Ну, мы съедим, конечно, банан. Это что? Цедру. Дробовик. Ну, дробовик мы брать не будем пока. На обратном пути возьмем, наверное, если я не забуду. Для того, чтобы обороняться в случае чего. Лобби. Если что, сразу приседаем на картофаны. Даже ж, друзья, вы не забыли? Почему вы съехали? Так, давай. Отлично. Experimental plans. Тут что есть? Замечательно. Я что-то слышал? Почему я так неровно иду?
Добрый день, Талос. В случае утечки воздуха, отключения искусственной гравитации и других чрезвычайных ситуаций, направляйтесь на ближайший сборный пункт. Угу. Что такое? Почему так тяжело идем? Посмотри, что происходит с нами. А, там турельки. Это из-за радиации, что ли? Наверное, да. Наверное, это из-за радиации. Так. Чертеж батареи для ошеломителя, аптечка. Мне кажется, что это из-за радиации. Так, а как от нее избавиться? Вот фиг бы знал я. Главный лифт. Медицинский отсек. Ну, я думаю, мы заберем это. Антирада. Вот мне антирад, видимо, нужен. Я так думаю. Да, нам нужен антирад. Запрос нового оператора. Давай. Реши вопрос, пожалуйста. Оператор. Медоператор Танцар, класса пирамида 490, готов. Не заденьте проем. Диагностируем. Боже мой. Острая лучевая болезнь. О! Теперь порядок, пожалуйста. Запомните анкету для пациентов, чтобы я мог лучше помочь вам в будущем. Отлично. Теперь мы идем как нормальные люди. То есть медоператор нас лечит от всего. Это шикарно. Будем иметь в виду, что у вас, мои други сердечные, главный лифт. Давайте посмотрим, что там. В толпу врагов кидаем утилизирующую гранату. Это обязательно. Я там все посмотрел. Тифон неизвестного вида. Судя по всему, проблемы с лифтом возникли из-за него. Фантом, которого обладал схожими свойствами, но этот мощнее. Просканируйте его, чтобы узнать больше. Так. Оружие не работает? Ладно, это что такое? Окей, ничего страшного. Он меня увидел просто. Я не совсем понял, как оттуда выйти. Морган, это тифон неизвестного вида. Судя по всему, проблемы с лифтом возникли из-за него. Фантом, которого вы освободили в лаборатории психотроники, обладал схожими свойствами, но этот мощнее. Просканируй. Не-не-не, я уйду. Сейчас мы решим с ним вопрос. Они каким образом собираются с ним решать вопрос? Там только утилизирующая граната должна помочь. Все, больше ничего. В открытый бой с ним вступать, но я не понимаю, сколько их там. Так, подождите. Мне надо к бою подготовиться. У вас назначен сеанс. О, пожалуйста. Все получилось? Да, но не сразу. Пришлось ждать.
Два урода из отдела продаж именно в этот момент решили встать под сигнализацией и закурить сигары. Так его вывезли с Талоса? Мои клиенты ждут. Угу. Отправили последнюю партию. Будет на земле утром по тихоокеанскому времени. Хорошо. Я оставлю для вас новый подарок после завтрашней смены. Где именно? В холле. Полагаю, все работает? Конечно, работает. Три удара разводным ключом и откроется. Завтра они все будут так работать. Вы такой милый, когда гордитесь своими устройствами. Смените тон, Лили. Так, отлично. Так, давайте. Сохраняемся. Я не знаю, каким образом они мне предлагают его сканировать. Я этого делать пока не буду. Что у нас есть? У нас есть это что? Нуль волновой глушитель. Подавляет пси-способности. То есть, если его кинуть, то получается, что мы можем погасить его способности. И есть у нас утилизирующая граната. Так, давайте. Сохраняемся еще раз и идем. Но мне кажется, они сейчас там уже будут прям нас ждать. Я не готов его сканировать и так рисковать. Он видит нас. Это будет полнейшая фигня. А где он? Вот это да, вы это видели? Вот это да. На него вообще что ли ничего не действует? Это что у нас? Дробаш. Так, ладно. Меня просто вообще как хотят, так и сношают. А это... Зачем мне это? Мне дробаш нужен. Так. Теперь. Где он? Так, ладно. Мимо. Да, жестко. Ладно. Он вообще на этот, как его, не реагирует. То сейчас сделаю, естественно. Так. И вот это. Так, иди сюда. Да сколько в тебя надо, чтоб зашло, а? Как он меня жестко выжаривает, а? Сколько? Да ты посмотри, а? Офигеть. Теперь. Да беги. Я тормознул эту вот фигню горящую. Нет. Есть. Так. Теперь. Да ёлки-палки. Ну-ка, быстро. Вот это сюда. Быстро!
Быстро. Где это говно? Ну нет! Последняя хилка. Зачем ты это взял? Господи, да зачем ты это берешь? Все? Какой кошмар. Лифт снова работает. Какой кошмар. Над устройством и программным обеспечением, вплоть до низкоуровневого, перепрограммировал его на лету. Это впечатляет и пугает. Я могу исправить программу. Все будет в порядке. Лифт позволит быстро перемещаться между тремя основными палубами Талоса-1. Он останавливается в холле и в отсеке жизнеобеспечения. Угу. Замечательно. Вообще прям я рад. До пупения. Алекс. Черт. Сейчас. Я зашифрую остальное. Да. Нас просто вообще, видите? У нас ничего не осталось. Ни одной хилки. Дробовик, конечно, выручил, но... Вчистую, все ресурсы сожрались. Просто все. Но зато мы починили лифт. Да, это было жестко. Итак, у нас есть лифт. Это самое главное. Все вот это убираем. Лифт работает. Это хорошо. Мы это сделали. Теперь пойдемте. 9 аптечек. Или сколько? 7 было. Это ужас. Еще вот эти вот мелкие вши мешали очень сильно. А медоператор где? Где медоператор? Ну где он? Нету, ладно, давайте откроем, чё. Пусть наш починит. Их два осталось. Запрос нового оператора. Медоператор Танстар, класса пирамида 490. Диагностируем. Похоже, у вас довольно тяжелый день. Готово. Запрос объекта можно на стойке администратора. Теперь... Лифт мы с вами сделали. Сохраняемся и... Доктора Джулиан Гор, да, где дендрарий, найдем. Где шифровальный ключ? Здесь, да? У нас есть лифт, это прям очень прикольно. Что он сказал, между тремя палубами? Я только не понял, зафига мне нужна эта утилизирующая граната, если она ничего не утилизирует. Я думал, сейчас я кину и отправлю его в утиль. Так. Так, мне сюда не надо? Нет, мне сюда не надо. Сейчас будем в дендрарии кучковаться. Снова видеть вас, доктор Ю. Так, вот я пришел.
Хранилище данных. Он показывает 56 метров. Только... Стоп. Ну и... Куда на нем надо подняться? Дендравий. Нет, я все правильно сделал. То есть надо будет там. Добро пожаловать. Чем я могу помочь? По лифту, наверное, на лифте подняться в Дендрарий, я так понимаю, да. Ну здесь же... Или это здесь? Не понимаю, если честно. Посмотрим. Вот мы пришли. Теперь она показывает туда. Давайте хоть посмотрим, что мы тут. Дендрарий. Так. Добрый день, Талос. Безопасность Талоса — наше общее дело. Заявки и предложения направляйте на адрес security@transstar.talos. Вы поняли что-нибудь? Я нет. Ладно. Значит, здесь, где-то здесь наверху получается. Да? Иначе никак. Сперва туда показывает, потом туда. Не поймешь. Ну, пойдемте. Так. Фантом. Где этот фантом? Ну, мне сейчас, честно говоря... С ними вот совершенно нет никакой необходимости и смысла связываться, потому что мне нечем хилиться. Deep Storage, Alex Use Office. Угу. На картофан. Где? А где этот мимик? Вон он. Там очередной мечтатель. Вон он тусит. Это фантом. Так, ладно. Пока фиг с ним, с этим мимиком. Надо пока с хранилищем данных разобраться. Это кто? Угу. Лучемет, эфирный фантом. Так, а где я ему возьму? Все атака.
Термофантом. Здорово, да? Гипс-пушка. Ну, здесь чисто стелс. Этот оператор что ремонтирует? Костюм? Да. Вообще никакого смысла нету с ними вступать в какой-либо бой. Что там? Так кто? Термофантом и пси-атака. Кэл лучемет, все. Пушка ему вообще по барабану. Угу. И каким образом мне туда попасть? Кто-нибудь знает из вас? Ладно. Давайте так попробуем. Мимик. Прекрасно, да? Вообще великолепно. Я прям в блаженстве от происходящего. ХП у меня нету ни хрена. Ну только приманка, если получится их. Тихо. Какашка плазмус. Так, это почитаем. Табличка. Что тут? Памяти Джона Кеннеди. Серия «Покоритель звезд», том 4, «Предательский удар в лицо». Отрывок из 4 тома серии «Покоритель звезд», автор Фетчер Макмарвин. От дыхания Тревора окошко в двери шлюза запотело, скрывая лица придворного астронома и Мерси с ее дежурной придворной улыбкой. «Дышите медленнее, пульсар», — с угрозой сказал астроном, — «ибо это ваши последние вздохи. Теперь призма у меня, а я управляю черной звездой и вся галактика». Астроном не договорил, его голова взорвалась от выстрела из фазера Мерси, и последние слова смешались с барабанной дробью разлетевшихся зубов. Белый туман на стекле приобрел алый оттенок и осветил Тревора розовым сиянием. «Ничего личного», — Тревор сказала Мерси. «На фракскийском черном рынке за эту вещичку можно выручить неплохие деньги». С этими словами она пнула ногой кнопку шлюза, и Тревор полетел в холодную черную пустоту. Так, ну что, давайте пытаться этих деятелей отвлечь каким-то образом. Потому что нам надо в хранилище данных. А товарищи явно не располагают желанием дать нам возможность туда попасть. Деятели. Так он не видит нас. Я почему не хочу сохраняться? Потому что ну, у нас ХП нету вообще. Мы на нулях. Опа. То есть что здесь получается? Получается, что как только этот деятель свинтит. Какой у него маршрут, интересно? Ушел он? Надеюсь, что да. Да. Так, а вот и хранилище данных. Угу. Это было душно, я вам хочу сказать.
здесь. Захария Вест. Айви, что такое? Как дело продвигается? Не могу вскрыть эту чертовщину. Где Даниэла? Не отвечает. Что не так? Даниэла привязала замок к своему голосу. Угу. Она должна произнести кодовую фразу, иначе нам не пройти. А образец голоса подойдет из записей транскриптора? Да, если там есть нужные слова. Если бы мы собрали достаточно образцов, составили список гласных и согласных и запустили моделирование... Попробую найти ее. Или записи в транскрипторе. Сначала поищу в ее комнате. Ладно, Айви, но... Слушай, давай без глупостей. Айви? Айви? Черт. Даниэла, черт побери, где ты? Угу. Директор шоу вряд ли выжила. Советую последовать примеру Захарии Веста. Померить, объедините голосовые сэмплы. В вашем транскрипторе есть нужные программы. Именно так вы создали мой голос. Будет логичным начать с каюты Даниэлы. Жилые секции. Жилая секция. Это что? Карта сокровищ. Но сюда мы не пройдем. Какая прелесть, да? Дендрарий. Угу. Тут еще же было задание одно, да? Это просто выход, связанный с облетом. Ой, сколько всего тут, ну-ка. Требуется голосовая идентификация. Понятно. Повторите следующий. Так, задачи. Там. Смотрим, что там. Дендрарий там мы найдем. Корпус это где? Обшивка Талоса 1. Проект Bellabox. Так, найти Джо Сагита. Контрабандисты. Натал, не навреди. Холл Талоса 1. Так, знаете, что я думаю? Пока мы хранилище данных уберем в дендрарий. Но это опасно. Друзья мои, как мы с вами отсюда попадем в дендрарий? А? Задача. А чё, игра даже нас... Стоп! Давайте пока обшивку заделаем Талоса 1. Это же лучше будет. Так. Вот, это другое дело. Может быть, мы как-то можем подлететь? Хочет это как его... Облететь Талос 1. Так попробовать. А в Дендрарии как мы еще можем попасть? В Дендрарии мы можем попасть через холл Талоса 1, потому что мы запустили лифт. Сейчас посмотрим. Пониженная гравитация. Морган, интересно, тревожит ли вас, что вы спланировали собственную смерть? Чего? Такое не просто принять. Я бы посоветовал не думать о смерти. Сконцентрируйтесь на насущных проблемах. Не надо спешить. Январь, заткнись, если понадобится, пожалуйста. Помощь, зовите. Я тебя очень прошу. Так, заделать в дыру в корпусе. 450 метров. Прекрасно вообще. Просто изумительно. Зеленые точки — это точки входа, правильно? Я думаю, что да. Так. Летим. А что такое? В чем проблема? Труп человека. Давайте полутаем труп человека. А что нам делать-то? Вообще как-то, ну вот, не айс.
Иди сюда. Костюмчик мне залатай, пожалуйста. Да. Спасибо. Все? Мы молодцы, да? Шлюз Дендрария. А, ну это мы отлетели. Лаборатории психотроники. Сделали. Что там у нас? Давайте посмотрим теперь, что здесь еще можно сделать. Так. Сагита. Интересно, а куда он нас тащит? Давайте посмотрим. Это какой-то другой шлюз. В Сагите мы были. Так, вон еще я вижу. Там я вижу еще какой-то шлюз вон. Это что? Это как труп человека. Вот это что? Так, это залет. Аппаратная лаборатория. Вот это неплохо, да? Вопрос только в том. Ну-ка. Мне знаете, что интересно? Давайте. Аппаратная лаборатория, я понял, где это. Но насколько далеко с нее до нее от лифта? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Там, наверное, сейчас деятелей этих будет. Вагон и тележка этих фантомов. И тут же мимик. Но мимик — это хрен с ним. Так, давайте смотреть. Карта. Обшивка Талоса. Ну, в принципе, вот оно, фойе. Здесь недалеко. Мы сейчас выходим, поворачиваем налево. Дальше атриум и фойе. Звучит красиво, да? Где мимик? А чё он там так? Опа. Эфирный фантом. Так. Он сюда идет? Вроде как спрятались. Не совсем удачно, но нормально. Так. Давайте попробуем турельку отремонтировать. Ну-ка. Посмотрим сейчас, что будет с турелькой. Ну, я снесу, я думаю. А фантом где? Он далеко. А там вон еще деятелей. Как говна за баней. Ну меня грохнут, я думаю. Да, да, меня грохнут. Не хилиться-то особо нечем.
Да они... Это кто? Да не, короче, это бред. Конечно. Выключай. Проблема решена. Так чем его убивать, я вообще понятия не имею. Ой. Уходим отсюда. Чёртовой матери. Это не самое лучшее решение. Здесь везде опасность. А я так, говоришь, губу раскатал. Сейчас туда пойду, пройду. Угу. Пониженная гравитация. Давайте попробуем. Что, через дендрарий тогда, что делать? Больше что-то как-то я вариантов не вижу. Лаборатория психотроники. Отсек для шаттла. Так. Сагита. Пока нет. Тоже под... Так. Давайте попробуем ее, что. Где у нас там? Не-не-не-не. Туда я не пойду. А как этот кошмар убивается вообще? Его вообще можно убить? Я вот сомневаюсь, если честно. 500 метров, да, до шлюза? Так. Шаттл-то этот мы заделали. А дальше что? Так, подождите, под... куда? Сюда. Дырку, да, дырку мы эпично заделали, конечно. Аппаратная лаборатория. Да не хочу я в аппаратную лабораторию. Вы смеетесь, что ли? Не нужна мне аппаратура. Вот, шлюз дендрарий мне нужен. Так проще будет, конечно. С ума сошли. В эту аппаратную лабораторию сумасшедшую идти. Нет, спасибо, не пойду. Ни за какие деньги. Вы видели, что там творится вообще? Так, хорошо. Там я вообще не понимаю, как пройти. Но это мы под, не под этим шлюзом, видимо, и летим. Насколько я понимаю. Так. Это что? Угу. Мы вылетели за обшивку, что ли? О, это Транстар. Логотип. Все, понятно, где он. Залетаем. Вот сюда. Сейчас туда эпично и влетим. Давай, 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 давай. Будем доктора искать. О! Вы видели, что там, а? Там просто кошмар. В прямом и переносном смысле этого слова. Лучше, да, лучше в дендрарий. Там проще. Ужас.
Ну что ж. Мы сейчас в очень большой опасности с вами. Так. Мы не можем отсюда пройти? Пойдемте. Не-не-не, никого нету. Никого нету. Тебе показалось. Обнаружено препятствие. Расчистите обломки. Термофантом. Что за термофантом? А, ну это эти. Пацаны тусят. Где он? Ой! Где я? Что я делаю вообще? Мы ушли? Мы ушли. Это что? Это еще какой-то лифт. Наше задание. Найти доктора Джулиена Говарда. Каким образом? Бридж, что это за мост? Куда? Склад. Так. Доктор-то. Мне нужен, знаете что? Мне нужен терминал службы безопасности, я думаю. Сканирование завершено. Нужно больше образцов. Так, у него иммунитет. Ой, вернее. Да, вон терминал. У него уязвимость к нашему пеномету, или как он, гипс пушки. Так, здесь все у нас заряжено, да, все. И вот этот вот засранец там тусит. Пройти, да? А он меня не видит. Это хорошо. Так тоже не могу, да? Поаккуратнее, товарищу. Как-то его... Их там двое, да? Их там двое. Добрый день, Талос. Заткнись. Обед подается в кафе с 12 до 14 часов. Обратите внимание на предложение недели в сегодняшнем меню. Он меня не видит. Отлично. Вот так. Чё вы там повозбуждались? Ишь ты. Вот так. Теперь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Съедим. Хорошо. Там еще один деятель. Там еще один деятель. Давайте присядем пока с вами. Сохранимся. Хоть как-то у нас 46 единиц хила есть.
Уже 65. Уже неплохо. Уже можно воевать. Теперь вопрос. Что делать вот с этими деятелями? Точнее, что с ними делать, я знаю. Вопрос в том, как. Что у него там? Электричество, Эмми. Взрыв, гиб, рукопашно-утилизирующая граната. Доступен новый псионный навык. Так. Электричество. Доступен новый псионный навык. Там этот деятель тусит. Фантом. Так, уязвимость, гипс, пушка. Доступен новый псионный навык. Если сейчас инженер-оператор, код я вести не могу. Это ж терминал службы безопасности, правильно? Да. А как мне быть? Я сюда могу каким-то образом проникнуть? Нет. Мне сильно интересно, что там дальше. Там нету, да, баллонов? Баллонов нету. Неплохо. Неплохо. Там никого нету? Вроде нет. Вроде нет. То что у нас? Чертеж патронов 12 калибра. Забрали. Лиззи Колтон. Так. У нас есть... Так, так. Это по сюжету, да? Но в жилую секцию мне пока ловить особо нефига. Ух ты. Инъектор взять, конечно. Я хочу все-таки этих деятелей к ногтю. А тем временем у нас с вами 13 патронов на дробаш. И в принципе, если бы не ситуация с хилками, все было бы прекрасно. Вопрос. Каким образом с этими деятелями разобраться? Сколько напекаль стало у нас? 66. Так, я думаю... Ты посмотри на них, какие умные, а? Я думаю... Хорошо, допустим. Я их отсюда грохну. Дверь откроется? Вряд ли. Очень вряд ли. Так, это... Нет пропуска на склад. Что ж с вами делать-то, а? Здесь стекло разбивается, интересно? Нет, оно не разбивается. А как тогда сюда попасть? Thank you.
Хакер 2. Это не очень хорошо. Мне эту бабу найти надо. Ладно. Турельки мы с вами починили. Это куда у нас? Вход. Так, это, по-моему, в дендрарии мы выходим, да? К лифту. Да, турельки, да, это выход к лифту, но он мне не нужен. Там был еще лифт. Там был еще лифт, который куда-то вел. Помните, мы его видели, но мы им не воспользовались, когда сюда сейчас пришли. От этих деятелей убежали. Это же такое. Tunnel System Loading Bay. Дверь без привода. А, это, по-моему, то место, с которого мы сюда пришли. Вылезли, когда в дендрарий. Ладно. Давайте попробуем. Здравствуйте, у вас назначен сеанс. Ты кто? Ты далеко. Так, меня кто-то из тифонов видел. Иди сюда. Диагностируем. Давай. Похоже, у вас вывелся тяжелый день. Заполните анкету для пациентов, чтобы я мог лучше помочь вам в будущем. Хорошо. Теплица. Что за теплица? Здравствуйте, у вас назначен... Эй! Эй, там! Откройте дверь! Здравствуйте. Прошу ты вас! Ты что, дурак? Я вообще не знаю, кто ты, товарищ. Так. В теплице что-то явно нехорошее происходит. Но нам в любом случае, надо с вами найти вот эту бабу. А найти мы ее можем только через пост охраны. А пост охраны где у нас был? В холле Талоса 1 же был пост охраны. А, други мои, как вы думаете? Давайте посмотрим, что там делается на посту охраны. Сейчас мы Талос 1 на холл поедем. Посмотрим. На лифте. Очень мне интересно. Так, вот он. И садимся на лифт. И едем в холл. Там был пост охраны. Большие здесь, конечно, передвижения. Я думаю, тут сейчас столько будет этих деятелей. Ну, даже если я сильно захочу к себе попасть, я думаю, я там не пройду. Давайте посмотрим, что в жизнеобеспечении делается. Так. Добрый день, Талос. Здорово. Давайте вместе поздравим. Поздравим, да, доктора Лоренцо. Да. Все загажено. Давай быстрее загружайся, икра.
Эфирный фантом. Какая прелесть. Набор для улучшения оружия, это что? Не сообщайте Веберу, 0198. Ожо. Новый код. А где это взять? Что за сейф службы безопасности? Тик, ответь! Визуальный контакт с врагом, но враг... Вы должны были удерживать позицию в грузовом отсеке. Я не могла, шеф. Не могла допустить, чтобы эти люди... Вы сможете добраться до капсул? Никак нет. Капсулы неисправны. Кажется, их заблокировали. Только четверо из нас прорвались в отсек жизнеобеспечения. Пятеро. Я вижу, что Ремер идет за вами. Никак нет. Ремер, это не Ремер, шеф. Эти твари. Шеф, главный лифт. Он не работает. Мы в ловушке. О, боже! Ремер! Здесь Ремер! Назад, Тик. Назад! Тик! Эрика, отвечай. Да. Чё, давайте починим тюрельку. Что это было? А! Эфирный фантом. А куда он взялся? Мы его заморозили, да? Вот говно. Фу. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Какая какашка. Видели, да, как он появился? Паразит. Так. Ну, это, судя по всему, какой-то там... Типа альтернативный проход, это чтоб нас не заметили, наверное. Да, ну-ка. О, неплохо. Я хочу сказать, очень неплохо. Угу. Чертеж патронов 12 калибра. Те, кто это найдет. Тайник в холле у спасательных капсул. Нет времени забрать. Удачи, ЕВ. Это Элтон Вебер, видимо. Но он так неплохо, кстати, забаррикадировался, я вам хочу сказать. Прям надежно. Мне нужен терминал службы безопасности. Залезь, пожалуйста. А тут есть несколько предметов, чтобы их сразу подбирать. Я не вижу. Сюда попасть, ну, пропуск нужен. Так. Отлично. Сохраняемся. Я очень надеялся на то, что мне удастся туда попасть. Нет, не удалось. Что такое? Сейчас что? Чертеж, ну это мы взяли. Ё-моё. Здесь все уже загажено. Да, похоже, нам придется идти в жилую секцию. Вариантов особых нет. Августа Вера мы видели. Этого обыскали. Да. Ну окей. Чё? Очень жестко. Прям сурово. Едем, чё?
Погнали. Погнали в дендрарий. А как он без электричества едет? Непонятно. Скотина. Просто скотина. Уже настолько обнаглели, что в лифт со мной прыгают. Ничего не стесняются. Да. Хорошо. Хотя ничего хорошего. Не получается, понимаете? Тут вот хочу ее найти, эту бабу, а для того, чтобы найти, нужен терминал службы безопасности. А они закрыты. А те, которые открыты, загажены. Просто-напросто. Здесь ничего нету, мы это видели уже. Да, я не буду нового оператора отсюда выпускать, он последний. Пусть будет. Так, где у нас тут? Вход был, по-моему, здесь, да? Бридж. А вот не помню. По-моему, здесь, да. Crew Quarters, да. В жилую секцию вход был здесь. Вот с этими бы гаденышами как-то разобраться. Вот если их грохнуть, интересно, вот откроется дверь, ладно. Сильно по-бесячему сделано, конечно, ну ладно. У нас там и нормально отстрелялись, двух фантомов красиво убили. У нас при этом еще и ресурсы какие-то есть. Вы этот кошмар вообще видели? Просто, это просто тихий ужас. Каких он размеров? Я вообще не понимаю. Так. Ты! Я тебя вижу, очередная кукла. Чё? Смотришь на меня черными яйцами сквозь глаза. Подойди ближе. Да, еще чуть-чуть. Ну-ка. Тупые куклы, что? И ты тоже? Хочешь зайти на кухню? Давай, заходи. Ладно, дорогие друзья, мы на этом закончим сегодняшнюю серию. Мы самое главное лифт починили, но это, конечно, очень жестко было. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Инстаграм, на Яндекс.Дзен. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.